Следующий момент, такой небольшой интересный. Значит, мы начали формировать заявки на поставку двигателей класса E3 90 габарита. И в то же время параллельно сейчас размещаются заказы на изготовление комплектующих для двигателей. Технологически переделать детали, которые не являются критичными. Вот, и ведется подготовка к запуску производства первых двигателей разработки SOL-LMASH. Спрос достаточно, достаточно для того, чтобы полностью загрузить те мощности, которые могут быть развернуты на арендуемых площадях сейчас, даже с избытком. Но есть одно сожаление, что эта деятельность не будет вестись на площадке Алабыша, поэтому пока что налоговых преференций таких не будет. Но тем не менее, планируется выход на рынок, выведение на рынок первой нашей разработки 90 габаритов. Сейчас ведется проработка всех договоров. Сейчас смотрится логистика для того, чтобы мы могли обеспечить цикл рабочий технологически. Поэтому тут очень много зависит от того, как будут разворачиваться работы по площадке Алабышева, потому что это очень сдерживает нас. И, в том числе и таможенное оформление, все остальное прочее. Ну, загрузка по этой работе, поверьте, достаточно большая. Это то событие, которое свершилось, скажем, на этой неделе. Следующее интересное событие, которое произошло, это то, что мы получили с поверки все оборудование, которое было с лаборатории передано компетентным организациям. Оборудование прошло поверку, замечаний нет. Вот, ремонт не потребовался, оборудование работает штатно, эксплуатировалось нормально. И сейчас на этой неделе, в начале еще следующей недели, я думаю, мы все это установим на место, но уже с учетом тех изменений, которые были проведены в лаборатории, потому что время не теряли, многое было оптимизировано. Вот, поэтому я надеюсь, что на той неделе мы лабораторию запустим и сделаем повторную аттестацию. Потому что для того, чтобы мы приготовили полный пакет продаж электрических машин, мы должны будем выдать все характеристики уже с поверенных приборов и полученных в сертифицированной лаборатории, аттестованной лаборатории. Вот, еще один момент. Значит, мы получили оборудование для проверки свойств электротехнической стали. Это программно-аппаратный комплекс, он смонтирован, установлен. Поэтому мы сможем полностью контролировать входящую электротехническую сталь, чтобы это не было, как обычно, накладное одно, а по факту другое. Вот. Поэтому сейчас осваиваем работу этого прибора. Ну, пока все нормально и штатно. Те партии металла, которые мы получали, они удовлетворительного качества. Помещение, которое мы арендовали новое, еще одно, там выполнен основной объем черновых работ, собственно говоря, самые грязные работы завершены, и приступили к отделке, чистовой отделке. Ну, я думаю, что скоро мы сможем смонтировать туда намоточное оборудование. Вот такие вот основные события, которые произошли за эту неделю.
Поэтому мы в чем-то отстаем, в чем-то опережаем. И вот то, что мы запускаем сейчас, готовим, вернее, запуск первой партии двигателей, это как раз некое опережение тех событий, которые должны были бы произойти на площадке Алабыша, но ввиду задержки, мы решили немножко ускориться и не задерживать те разработки, которые сделаны, и начинать их выводить на рынок. На этой неделе к нам должны поступить еще дополнительно двигатели Siemens, которые будут тоже подвергнуты испытаниям, потому что там есть о чем побеседовать с этой компанией. Очень интересный вопрос, на который мы бы хотели получить ответ, квалифицированно. И эти ответы лежат не только в техническом и технологическом плане, технических параметрах, но и в юридической плоскости. Там есть о чем говорить. И я хотел бы посмотреть в глаза. Я думаю, это не за горами. Это не за горами. Теперь, что касается коммерческой части, значит, ну, я думаю, кому не лень, можете посмотреть, сколько стоит двигатель Е1 класса и Е3. И вы видите, что разница в цене приблизительно в 3 раза. Там разные двигатели. Е есть и до 5. А теперь смотрите, что если мы делаем с трудоемкостью класса Е1, а продажная цена, ну, чуть сделаем пониже, да, чем те, которые продают Siemens, ABB и прочие именитые компании. Но с характеристиками уже гарантированными, с полным спектром характеристик, с предоставлением как табличек, так и графических материалов. И будем смотреть, а что же произойдет на этом рынке. Я думаю, события будут развиваться очень интересно.